Приближается 23 февраля, День защитника Отечества. Для детей самыми сильными, надежными защитниками являются их папы. Дмитрий Глухов со своим отцом Владимиром сегодня принимает участие в конкурсе «Вместе с папой веселее». Школьник гордится своим отцом, потому что он ежедневно спасает жизни людей. Папа у меня был военным в армии, он сейчас работает пожарным в автозаводе «НИФАС». Мы с ним занимаемся, по выходным я ему помогаю. Он меня учит, как быть пожарным. Папа иногда строгий, но он нас любит. Он делает для нашего только блага. В конкурсах папам пришлось нелегко. Они доказывали на деле, что не только мамы могут заниматься домашним хозяйством. Участники и картошку на суп почистили, и домашнюю лапшу сами нарезали. Глава семейства Никифоровых Анатолий сам из многодетной семьи. И так как были одни мальчики, выполнять приходилось любую работу. У меня трое детей. Два сына, дочка. В выходные занимаем спортом, на лыжах, бегаем в лес. Я сам, когда в школе учился, занимался спортом, на лыжах бегал, на соревнованиях. Кем вообще работаете? Работаю я на заводе сварщиком. Вот это такая мужская профессия. Своих сыновей учите, может, чему-то по хозяйству дома работать? Да, у меня старший все делает по хозяйству. Строим вот новый дом. Отец глава семьи. Отец не только должен деньги приносить домой, но и вкладываться в воспитание детей, сына готовить к армии. Регулярно участвуем в конкурсах. Вот пригласили на этот конкурс, решили поучаствовать. Не только мамы умеют там готовить, картошку чистить, и мы тоже, мужики, не отстаем. Данное мероприятие проводится в рамках месячника военно-патриотического воспитания. В конкурсе приняли участие 5 семей – Павловы, Глуховы, Никифоровы, Ивановы, Митрофановы. В основном все многодетные семьи. Пока отцы с хозяйскими делами справлялись, дети демонстрировали свои творческие номера. Большое внимание уделяется семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Приглашаем их на мероприятия. Они всегда у нас являются участниками или зрителями наших проводимых мероприятий. В сегодняшнем конкурсе участвуют 6 семей. Особо хочется отметить опекуна Митрофанова Георгия, дедушку Егора. Вместе с внуком участвуют в конкурсной программе. Также папы мужественной профессии Глухов Владимир, многодетные папы Никифоров Анатолий, Павлов Павел, Иванов Виктор, Шакирянов Василий. Всегда проводим разнообразные мероприятия, праздники родословные, обрядовые праздники, соревнования, конкурсы разным категориям людей. Участвуем в районных конкурсах, всегда находимся в творческом поиске. Февраль месяц является самым насыщенным по количеству проводимых мероприятий. Завершится фестивалем патриотической песни. Тем временем месячник еще не заканчивается. Среди массовых мероприятий – возложение венков памятнику воину-интернационалисту в Никола-Березовке. Оно состоится 15 февраля в 2 часа. Присоединиться могут все желающие.